Иное измерение русской культуры. Михаил Васильевич Ломоносов. Сатирические стихотворения. Читает Евгений Бразов-Прыжковский. Случились вместе два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил: «Земля, вертясь, круг солнца ходит». Другой, что «Солнце все с собой планеты водит». Один Коперник был, другой был Птолемей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: «Ты звезд ничего не знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, я правду докажу, на солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого?» . 1761 год. Опубликовано в книге «Сочинение Михаила Васильевича Ломоносова в стихах» под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Санкт-Петербург. Издание «Маркса». 1893 год.